Президент России Владимир Путин представил список кандидатов на пост губернатора Югры. Перечень из трех человек внесен в окружную думу. В список вошли действующий губернатор Наталья Комарова, лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев и руководитель фракции «Справедливая Россия» Михаил Сердюк. Напомню, в Югре главу региона выбирают депутаты местного парламента путем голосования. Выборы пройдут в сентябре в единый день голосования. Процедура простая. Кандидат, который наберет наибольшее количество голосов и станет губернатором Югры. Политика президента России Владимира Путина, она традиционно строилась на очень прагматичном и рациональном целеполагании, согласно которому лидер региона, который достойно отработал свой предыдущий срок, не допустил каких бы то ни было конфликтов, каких бы то ни было проявлений негативной социальной активности, иными словами, держал регион четко и достойно, он получает право переизбраться на следующий срок. Некая интрига существует в том, что в список попали два представителя оппозиционных партий,